В Московском областном центре охраны материнства и детства отметили Международный день защиты детей. Гости праздника поздравили маленьких пациентов и поблагодарили врачей и медсестер за ежедневную заботу о здоровье самых маленьких жителей округа. Подробности далее в сюжете. В этом учреждении День защиты детей не только 1 июня. В круглосуточном режиме, без перерыва и выходных, здесь стоят на страже самого главного – здоровье маленьких пациентов. Это и есть самая надежная защита. Дети – это наша радость, дети – это наше счастье, дети – это наше будущее, дети – это продолжение жизни на земле. Первый день лета и Международный день защиты детей – не исключение. Некоторым ребятам в силу разных причин приходится встречать его в стенах больницы. Но это не повод оставлять их без праздника. Ребята, дорогие детишки, погода замечательная, и солнышко, и зелени много. Ну, у вас так сложилось, попали в больницу. Я думаю, что это достаточно быстро все пройдет. Вы опять будете дома со своими близкими, родителями. Будущее будет зависеть от того, как мы защитим и воспитаем наших детей. Поэтому это весь праздник посвящен сегодня всем родителям, всем сотрудникам центра. Поэтому я вас поздравляю с этим днем. Желаю, конечно, чтобы больше и больше молодых мамочек сюда приезжали, в этот центр, и здесь обретали счастье стать матерью. За ежедневную заботу о здоровье детей ряд сотрудников центра получили благодарственные письма и почетные грамоты. Двух врачей отделения реанимации новорожденных отметили знаками отличия за доблестный труд. Луиза Егязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.